Приветствую вас. И ваш муж имел в виду буквально следующее. Он был бы не против, чтобы вы пофлиртовали и, возможно, как-то сблизились с сотрудником, но при этом, чтобы вы по-прежнему приходили домой, к нему, где вы живете, в общую площадь. По-прежнему проводили время вместе и, возможно, по-прежнему как бы вели совместное хозяйство, исполняли супружеский долг. То есть ваш мужчина буквально хочет, чтобы вы побыли не его. То есть мужчине хочется, по всей видимости, испытывать к вам ревность. Ревность и вследствие этого понимать, что вы ему дорога, и тем самым стимулировать свои эмоции. Значит, на вопрос, как понять его, я вам ответил. Тут есть некая игра между вот тем, что хочет ваш мужчина в своем немного идеализированном восприятии, да, и тем, что реально может случиться, если вы будете стараться поступить так, как он хочет. И вот эта разница между тем, что он хочет, тем, что он представляет, и тем, что будет, может ему не понравиться. То есть вам нужно быть готовым к тому, что с одной стороны мужчина будет говорить, да, вот ты давай, вот ты вот сближаешься с сотрудником, а с другой стороны будет устраивать вам сцены ревности. То есть это, по сути, вступление будет на очень зыбкую почву, и вам нужно вообще решить, вы хотите в этом участвовать или нет. Хотите ли вы, ну, грубо говоря, потакать потребностям своего мужа, потакать его каким-то фантазиям и прочее. Потому что если нет, то вам необходимо посоветовать ему обратиться к сексологу, возможно, к психологу, для того, чтобы проработать свои внутренние проблемы, противоречия, комплексы, страхи, для того, чтобы не ставить вас, по сути дела, в такой вот неловкой, я бы даже сказал, аморальное положение. Потому что, например, когда мужчина предлагает вам так себя вести, он не очень-то думает о том, что у вас есть свои какие-то моральные устои, не очень-то думает о том, что о вас могут пойти слухи, не очень-то думает о том, что мнение окружающих может поменяться о вас из-за таких вот поступков и проявлений. Но все это ему беспокоит не очень, потому что мужчина думает о себе. Думает о себе и о том, как реализовать через вас свои, собственно говоря, потребности, свои желания, свои фантазии. И здесь в первую очередь нужно вам для самой определить, вот вы поняли, да? Вы поняли, что хочет от вас мужчина, допустим. И дальше. Хотите ли вы сами это? Если нет, то тогда одно. А если да, то можно поучаствовать в этой игре. Если вы не против, но нужно быть готовы к последствиям, которые я, надеюсь, достаточно подробно вам описал. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.